Всем привет, с вами Пиксел, и мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и сегодня будем играть за Фламинго Мило, да, в скине Поп Дива Мило, если не ошибаюсь, вот так он называется. Посмотрим, насколько Фламинго усилили в этом патче. Ну, как бы мы знаем, насколько, да, но как это смотрится, я без понятия вообще, поэтому оценим, так сказать, немножко. У нас тут немножко завезли, там на почту пришли награды за 30 киллов на Айрис, да, я сделал их. Там, правда, написано 2 награды, это немножко странно, но, в общем, посмотрим как-нибудь в другой раз. Их, да, ребятки, сегодня анонсирую розыгрыш на 5000 гемов, будет 5 победителей по 1000 гемов. Условия очень простые, как всегда одинаковые. Подписка на канал, лайк под видео и поставить комментарий, в котором напишите ваш ник в игре и ID. Посмотреть ник в игре и ID можно вот вкладка профиль вверху, да, по центру. Вот ник, вот ID. Писать ID без ошибок английскими буквами. Вот и все, в принципе, условия. Результаты будут в воскресенье, а начислять уже будут сами разработчики на следующей неделе. Да. Воскресенье это 25 число текущего месяца, если что. Если что, на всякий случай напоминаю, чтобы не забыли. Ну вот такие вот дела. Ну а мы давайте отправимся дальше по событиям. В общем, завезли ивент. Проходить его, не могу сказать, что нереально на других персонажах, но будем реальный вариант рассматривать, самый, кстати, адекватный, да. Это пройти за Бади, звезда зоопарка, это новый скин вот тот вот с розовыми волосами, да. 15 очков за 1 килл, плюс 20 очков за вход в бой, итого там 170 очков за 10 киллов в бою. Норм? Я думаю, норм. Но, опять же, у меня третий уровень, я прокачать не могу, я это просто душнина с 10 уровнями, забейте там. Я даже проходить не буду. Но есть вот другие еще варианты, за другие скины пройти, за Металлиста Генри, за Гламурну Арис, опять же, с Голливуда, да. Хотите, попробуйте, как бы 10 очков это, ну, не 15, конечно, но 10 очков все равно приятно, да. Вроде звучит не так напряжно, да, и 4 дня на него дают, как бы можно выполнить, наверное, даже бесплатным вариантом. 4 сундука, я думаю, сможете залутать, а вот 5, ну, если повезет, опять же, все зависит от вашей, так сказать, неудачи, а количество времени, которое вы на него сможете потратить. Да, и как будете спать. Ну, в общем, да, поэтому поговорили. Опять же, лабиринт очередной. Они их вообще подряд теперь запускают, вообще не отключают, походу. На легендарный сундук можете тоже попытаться. Ну и в магазине немножко изменили механику. Да, посмотрим. Сейчас это действо. Ага. Хотел сказать, что изменили механику, но нет. У меня, в общем, знаете, что было? Я когда зашел в магазин недавно, первый раз, да? У меня вот эти вот значки, ценность, да, 11. Они были вот здесь вот, возле кнопочки купить, да, и вот там они располагались. Что там, больше 1 000 000 гемов не дают? Не, 2 миллиона еще не скоро, наверное. Видимо, остановились разработчики. Ну, в общем, дают вот такую возможность купить скин, ой, смайлик, точнее. Я не буду покупать по одной причине, потому что я его не буду использовать. Вот знаете, это как бы очень все просто называется. Вот смотрите, я просто вам приведу пример, почему я не буду использовать. Вот есть смайлики на персонажа, да, с эмоциями самого персонажа, и они намного интереснее, красивее и как-то, ну, хоть как-то подходят по стиль игры и все остальное, да? Вот. Красивый же смайлик, а? Просто соло бои одним смайликом. Ну да ладно. Я о том, что... Смотрите, сколько смайликов. Вот сложно выбрать, да? А теперь представьте, еще это добавляется. Он будет вот как это перо. Вот кто из вас это перо использует? Или кто из вас использует, ну не знаю, вот эту вот фигню? Ну вот, понимаете, да? Тыковку, ну как бы... Оно даже не очень стилизировано и все такое. Ладно бы там был персонаж с гитарой еще, фиг с ним, да? Думаю, можно было бы за, так сказать, как-нибудь адекватненько, там, типа, под финальную музычку победную, да, там, смайлик поставить. Ну, а так, даже из повода нету этот смайлик ставить. Ну что, сборку менять, наверное, на фламинго не будем. Хотя, феромоны для фламинго, что думаете, мощно? Я думаю, нет. Я думаю, бесполезно. Хотя, если честно, интересно смотрится, может быть, потестить. Но, как бы, эта сборка, она, видите, вот будет 5 слот на фламинго, тогда потестим. А пока, я думаю, нет, стоит. Опять же, бицуха 5 уровня за фламинго тоже, мне кажется, не будет не очень. Потому что, знаете, как этот персонаж себя показывает в боях, ну, скажем так, без суперадекватной команды, я думаю, он будет бесполезен. Плюс у него очень много проблем с тем, что, чтобы попадать, нужно очень много сводиться, потому что сведение нужно делать на луки, на копье. Единственное, это граната без сведения, но, опять же, одна гранатка без сведения и все. Наверное, сначала аптечку залутаем, возможно... Подтянутся наши друзья, вот эти вот. Мою команду вы сразу видите, да, вот Жираф, Яра, Никс, и при этом они еще вот такие вот, да. Как мы будем побеждать здесь, я не знаю. Единственный вариант это то, что я сдалека всех поубиваю, пока эти гении будут думать, что же им делать с моим фламинго. Это единственный вариант, который можно будет реализовать. Ну, опять же, видите, вот дальности у него ни о чемные. То есть раньше вот он, когда он выпустили фламинго, да, он был хорош. Он был хорош, он был как... Условно какой-нибудь... Он был, короче, жестче жирафа.
У него, то есть, нитро-копье, нитро-лук было тогда еще такие предметы прекрасные. И, в общем, с этими предметами этот персонаж мог показывать очень высокую дальность. То есть, дальность была как у жирафа. Представили себе, да, эту мощь? Вот же гений, просто команда вся с сандалями святого. Эффективно используют, если что, да? Эффективное использование сандалий святого. Чекайте просто. Просто чекайте это эффективное использование. Так вот, это я к чему веду. Потому что вот после того, как убрали это в патче 3.0, ну, я имею в виду нейтро предмета, да, убрали их и все такое, персонаж стал ни о чем. Персонаж стал ни о чем, просто-напросто. Бачка надо сейчас задушить, гений этого. Куда он сбежал? Как-то странно смотрелось, а он здесь. Так, ну, меня напрягает немножко баг, который здесь всех убил. Блин, я пытался наперед бахнуть. Ну вот как мне сейчас их всех убивать, а? Как мне их всех убивать? Мне, кстати, ладно. Баг подбешивает немножко. Немножко подбешивает. Ну сейчас мы жирафика здесь убьем. Потом Никса убьем, скорее всего. Камерончика я спас уже. Этого добили. Баг что-то решил не врываться больше. Хотя он, в принципе, мог это себе позволить. Но мне кажется, он там играет, знаете, с сандалями святого, но без ботинка. Вроде так баг играет. Вроде бы, да, он без ботинка играет. Капец, сандалии святого, а ботинка нету. Ну вот, это мозг, ребятки. Это мозг. Условно, то, что мы бы сейчас не дрались на воде, он бы проиграл. Ну как бы, мозг. Или его отсутствие, одно из двух. Ну да ладно, мы все равно победили. Яра до сих пор стоит в зоне. Какой-то странный кенгуру. Здесь, ну это мертвый, наверное, да? Просто вышел с игры или отвлекли, или еще чего. Ну бывает чего, это зуба. Всякое разное бывает, но, к счастью, мы победили. Хотя вот если бы кенгуру, наверное, помогал бы Баку, наверное, были бы шансы у него на победу почти 100%. Потому что, ну, моя команда, вы сами видели, да? О, еще один Бак, или это тот же? Не, это тот же, да? Это тот же Бак. Приуныл что-то он, походу. Сандали святого не тащит. Бедняга. Ну, Никс новичок, тут как бы ничего особенного. Да. Сказать нельзя. Ну вот, как бы, оно, конечно, красиво смотрится, что вот столько вроде бы очков набивается, но... Это командный бой. Опять же. Но пока что Фламинго, да, с бустанутым уроном смотрится неплохо. Скорость вообще не чувствуется, эти 20%, кстати. Давайте смотреть, что это за акция. Открывай сундуки, чтобы найти, получить шанс найти микрофон смайлик. Ага, если найдете смайлик, то выиграете легендарный сундук. Так, одному, один приз на одного персонажа, то есть не больше одного легендарного сундука. Ну и отправят через несколько дней после окончания ивента. Вот не понял я, что значит имей Генри, чтобы получить приз. А, черный сундук, что ли, дадут? Или нет? Или что-то не понял. Ну, в общем, ладно, неважно, в общем. Может быть, надо еще Генри как бы иметь. Ну, в общем, странная штука, но с ним, как говорится. Ребятки, это разработчики зуб, вы знаете, они там свои акции придумают. Потом в них ногу сломят. Да, не только я, но и другие тоже. Переводить как бы, ну можно было бы перевести и чуть более адекватно понять, что там имели в виду разработчики, ну, как бы, ну, а смысл, на смысл, основная-то суть этого, так сказать, этой акции-то понятно, да, это вам нужно взять и, блин, забывай, я активный навык на фламинго использовать, играл, ну, в общем, да, основная акция-то понятно, выбит смайлик и все, и получили генеральный сундук, а вот что с Генри, там, серьезно, я не очень-то, ну да ладно, пофиг него. Да погнали с нами. Погнали. По поводу фламинго, да, надо не забывать использовать их навык. Просто я немножко это самое. Халтуре, если честно, тут всякое разное. Болтаю. Ну как бы, о чем не болтать. Так, бахаем урончиком. Особо не напрягаемся. От кенгуру тут подбахаем. По жирафчику командирскому побахаем. Капибарку бахнем немножечко. Чтобы он это самое поднапрягся. Вот самое обидное, это то, что нельзя использовать активный навык. Успел? Не успел. Ой, ну вот что эти, вот, чудилы просто. Что нельзя играть со мной? Ну вот, сложно что ли, это же просто игра. Гений на фламинго думает, что победит. О чем ты, гений? Он отхилился от этих больных. Понимаете, эти животные его отхилили просто. Полезная команда. Вот просто куски животных. Ну вот просто.
Ты им говоришь, идите сюда, они... Нет, мы пойдем туда, мы гении. Пойдемте уже. Гений, блин. Задолбали. Вот это вот ехидна во всем виновата. Я бы ее бросил вообще. Нафиг она нужна команде. Еще один гений где-то, кстати, умер тоже. Где он умер? Я думал, они все здесь умерли. Так, отхилимся сейчас зубами вампира. На пофиг просто. Икса добили. Так, там мы вернулись. Все, народе, нормально. Фламинго, конечно, гад, что убежал. Но это за счет этих вот гениев, которые его перехилили, блин. Он просто на зубах вампира выхилился и все. Бесит. Бесит. Вот, кстати, минус большой это то, что ты не можешь на фламинго во время прицеливания нажимать навык. Ну, как бы никто так не может вроде как, да? Ну, вообще, другие могут просто. Другие не прицеливаются. Да, начнем с этого. Так, ну, ладно. Продамажили, хватит. Там, кстати, ехидно Эдна 17 уровня. Я ее убил. Это я понимаю, глупо, ехидно Эдна. Взяла, отдалась за каких-то союзников. То есть, ей нужно было выбегать и дамажить, она фигней страдала. Так, ну сейчас придется на автоатаке врываться. Кстати, Лиську, получается, реснули, да? Или не реснули? Я что-то не понял. Я же вроде поубивал здесь всех, не? Или они сбежали? Ну ничего, сейчас я просто на массовом уроне всех уничтожу здесь. Просто, на подвижности. Чисто на подвижности уничтожим. Чисто на подвижности всех уничтожим. О, кенгуру, до свидания. Гений, до свидания. Че, сбежал Фламингос, да, 15 уровня? Командная работа. Командная работа. Взял, сбежал. Просто взял, сбежал. О, Лиззи гений. Лиззи гений, это, конечно, жестко. Блин, жаль, не попал. Так, а тут попал автоатакой, нормально. И тут попал автоатакой. Ну, она была более-менее направленная, но все равно автоатака же. Так, ну чё? Изи катка получается. Сейчас они, правда, все опять умрут от фламинго, да? Когда он их найдет. Мне это непонятная его логика, этого фламингоса. Лиски, конечно, за счет своего хила много чем может позволить себе. Вот уже наглая морда, а? Да, блин, впритык, ну капец. Вы видели, ну, этот промах только что. А, стоп, фламинго умер? А где? Ну, можно будет, конечно, на повторе посмотреть, где он там умер, но... Ладно, может, я его рандомным шотом убил, может, моя команда его как-то убила. Я вроде бы его чуть-чуть продамажил, наверное. А может, не продамажил. Надо, кстати, заменить. Прекрасный квестик на прокачку предмета, то это будет вечность, он идти вот этот вот. Лучше какой-нибудь сложный 2 в воде. Ну, ладно, это можно еще выполнить более-менее. За прекрасного фламинго. Так, ну что же, давайте отправимся в командные бои. Дальше, потому что, ну, фламинго реально хорош. Правда, немножко видео затянулось, но давайте еще один бой сыграем. Каким он будет, таким будет. Может быть, против нас будут тоже сильные ребята. И будет интересно замесик. Конец. Ну, не конец, наверное. Все-таки прошлый бой чуть-чуть был интересен в конце. Хотя, если честно, не очень. Там просто побегал с ботинком, кнопку одну понажимал там по очереди. Ну и, в принципе, они умерли как-то. Как-то они умерли. Как они могли умереть? Я не знаю. О, змея с кофем. Очередной гений. Очередной. Там Леш здесь бежит какой-то странный. Я, конечно же, попадаю в бочку. Куда еще могу попасть? Эти гении аптечку не поднимают. А зачем? Это же целая аптечка. Зачем ее поднимать? Слишком сложно. Слишком сложно, мы так делать не будем, да? Аптечку поднимать. Сложная. Сложная задача. Задача века. Блин, я ничем попасть не могу. Автоатака сломалась, короче, полностью. Автоатака, выходи. Видите, просто впритык не попадаю автоатакой. Бесит уже, ну. Приходится целиться. Довели фламинго, что приходится целиться. Просто ужас. Это ужас какой-то. Ну, как можно играть на фламинго и целиться еще? О, гений у них все. Да блин, они такие неадекватные, что в них попасть не могу просто. А эти гении там умирают еще. Их один баг сейчас убьет, да? Серьезно? Ну, конечно, их баг 9 уровня почти убил всех. Один. Ой, как это напрягает. Вот просто команда. Ну, видите, впритык опять не попасть не могу. Блин, да что за дичь? О, наконец-то О, самый притык попал. Смог. Они тут опять от кого-то умирают. От кого вы умираете? Ну ладно, другой сквад пришел. Другой сквад пришел, это понятно. Я сейчас умру, да? Да, я все. Я откинулся. К сожалению. Ну... Аптечек рядом не было, а от этой меня оттолкнули. Там они втроем были. А мои гении забежали на мост, чтобы умереть под двух баков. И под волка. Ну, больные животные в команде, это печально, конечно. Когда 4 штуки таких, они прям... Ну, вы видите, да?
ты от них на секунду отходишь, они от одного бака 9 уровня вчетвером умирают. Вчетвером. От одного бака 9 уровня. Рука-лицо. Просто рука-лицо. Ну, вот такие игроки, ребят. Вот такие, да. Только плакать можно. Плакать можно по балансу, по рандому, по всему остальному в зубе. Ну, а что поделать? Такая игра. Разработчики так ее видят. Ну, они, конечно, там что-то над балансом работают уже, наверное, больше года. Я думаю, года два уже работают. Видите, да, результат баланса? Правильно? Отсутствует. Хотя нет, были у них, знаете, попытки что-то изменить в балансе, но они только делали хуже. То есть баланс становился хуже, чем есть сейчас, понимаете, да? Насколько нужно быть гением, чтобы сделать баланс хуже, чем есть сейчас? Как можно это сделать? Они смогли! Вот такие дела, ребятки. На этом все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте все комментарии. Итог по Фламинго Мило. Хороший, с бустом, без буста, как был, ни о чем таки остался. Ну, хороший не значит супер имба, просто хороший. Урончик нанесет, усиленный под адекватную команду, зайдет неплохо. Все, всем пока-пока.